Личность Владимира Колесника на протяжении многих лет на филологическом факультете является знаковой. Именно с его именем связано большое количество особых событий, которые он приносил в свой любимый университет. Встречи с известными писателями и поэтами, многие из которых были друзьями Владимира Андреевича, проходили на факультете регулярно. Он был автором учебников и литературных пособий для школьников и студентов. Он был наставником для тех, кто сегодня продолжает его славное педагогическое дело. Он умел бачить у человека человека. И когда он зауважал, что человек еще до того и талиновитый, особливо в плане литературы, спознания литературы, умение рассчитать литературу, то он это человека усиляким чином подтримливал и вел его наперед. Зворот вертания вот этих наших святынь, наших особ, наших постатей, наших знаковых таких людей, оно допомагает утриматься на этой моральной вышине, допомагает застаться нам людьми в этом неспокойным, бурливым свете. Традиционные вечера памяти Владимира Колесника обычно проходят в литературной гостиной, названной в его честь. Тут находится много личных вещей педагога и литературоведа, а также его творческие произведения. Владимир Андреевич хорошо рисовал, вырезал по дереву, очень любил фотографировать. Сегодня об этом и многом другом вспоминали в своих выступлениях педагоги и студенты двух вузов областного центра. На нашем факультете это имя и память про Владимира Андреевича Колесника у великой пошане, тому что з яго пачынаўся аўтарытэт нашай навучальнай установы і нашага факультэта. Ён аўтар больш як 10 глубоких, цікавых, актуальных и сегодня литературознавчих прац. Встреча, посвященная дню рождения Владимира Колесника, прошла в рамках республиканского проекта «Беларусь – страна вдохновения» и объединила на филологическом факультете студентов Пушкинского и Технического университетов. Литературная площадка стала хорошим поводом поговорить не только о личности профессора, но и о современных литературных тенденциях Беларуси и мира.